высоких звуков. Привет, слушатели, оставьте комментарий, нажмите на колокольчик. Голос Димаш, он был прекрасен как никогда. Отвод был очень удобным. В первой половине периода я чувствовал, что он должен был изменить звук и результат высоких звуков, а тон высокого пения был очень пыльным. Соединенные Штаты Америки. Несколько популярных стилей в передней части предложения и немного глоточных звуков являются хорошим выражением своего рода крайней сдержанности и сдержанности. Эмоциональная карта как раз правильно. Точка. Лично считал, что это полностью для понимания самой музыкальной мелодии. И Димаш явно в этом отношении. Точка. На этот раз меня очень удивило то, что он чувствовал язык и ритм. Особенно фразу «притворяйся, что ты не можешь преодолеть расстояние, и сопротивляйся, не колеблясь». Формулировка очень плотная и легко расплывчатая, но его чувство языка действительно очень хорошо, идеально в ритме. Эмоциональное выражение также завершено. Глядя на произношение всей песни, я чувствую, что прогресс также велик. Хотя в отдельных словах все еще есть некоторые отклонения, большинство из них действительно хороши, и они не будут выглядеть тупыми и преднамеренными. Они могут быть связаны с ослаблениями их родного языка. Общее ощущение очень гармонично. Кульминационная часть второй половины – это моя иллюзия. Есть несколько слов, похожих на звук студии. Это звуковое давление действительно ужасно, хотя для него это может быть не самая высокая нота. Но мне очень любопытно, какой сюжет может поддержать такой голос. Я говорил об этом со своей девушкой, и я говорил об этом. Он все еще говорил, что поет любовь. Я всегда думаю, что по крайней мере эта песня – любовь века Титаника. Как ты это говоришь? Я всегда чувствую, что есть эпический стиль темперамента, и это неизбежно, что я буду петь немного любви. Точка. Еще один интересный момент – это песня, его собственная гармония. Кажется, он любит записывать свою собственную гармонию из прошлого. Внимательно прислушиваясь к кульминации различных собственных певческих голосов, хор Димаш действительно чувствует, может только вздыхать со широким диапазоном людей, умышленно. Напишите это в спешке, иди сюда первым, если вы думаете о чем-то лучше. Слушатели, оставьте комментарий, нажмите на колокольчик.